Нихао, мои камрады! С вами Зонг и мой друг Зук. День добрый! Надо было по-английски познакомиться, ну ладно. Good day, my friend! Сегодня мы запилим видосик по тому, как мы нагибали в Руинберге на китайском 121-м СТ-шке и мой друг на ФВ-4202. Да, китаец и британец — это то, что надо для World of Tanks. Это самый, так сказать, горячий коктейль. Те танки, которые никогда не встречались в боях, в реальности. На их базу залез, типа. Не знаю. Теперь волонтер пошутили. Ну нахуй, бля, конфликт. Хорошо, сука, попал. Одну очку оставил. Одну очку, блин, а все остальное порвал. Да, так и было. Блять. Что, блять? Я так его хотел убить. Зачем он тебе? Хан Чао какой-то. Хан Чао. Хуя си не пробил, блин. Башня у меня крепкая. А кто Берун, кто у нас там? А какая разница, победим и ладно. Я так не знаю. Ну как же набить? Экспы? Или дамага? Или ебало, вон там волонтёры набьют. Каким-то чудом снаряд улетел. Но я вижу, что мой друг промахнулся по этому неуязвимому светляку и решил, думаю, даже если получу плюху, но я вложу в душу свой кумулятивный снаряд. Попал. Подкалиберный. Поможем, может. Это я Мазива. Поехали. Доживёшь, мы уже вряд ли помогли. Он мог бы и втащить. Евгений. Саша. Женя, пойдем на кадр. Счастье было так убили. Возможно, пиздец. Их надо убить. И стрим прям. Вы скачиваем, да? Блядь. Мне не хочется башу, в него стрелять, блядь, с моим снарядом. Ты третий 2%. Вот надо заметил. Вафел трахер! Ты вроде из-за света вышел. Да, непонятно откуда он прилетел, и неприятно. Давай, Женя, иди. Где Юба? Да ёба, чё ёба? Ни семёра в бочину нет, у меня не пробил. А арта попадает. Пиздюк меня пробил вот. Ай, блядь, проскочил. Смотри, сколько танков столпились, стоят, здорово, чё-то. Тут надо продавливать, блядь, и всё. А мне, кстати, арта прислала, представляешь? Представляю. Сука, убежал, блядь. Карма Серёгина, блядь. Чё они стоят, блядь, от лени? Там главное, танки уже в городе, центр заняли, я туда убежал. Хорошо, вылез. Поиграл. Вот он, борщ, который из-за куста. Каким-то чудом я не попадаю. Там за камешком, зато у него все остальные напи. О, блядь, сейчас я с этими мякишами, блядь, по-другому буду говорить. Рожей развернулся, выехал. Давай, чё ты? Больше не хочет. Выстрели рядом с ним. Вылезет, я его убил. Блять, ты 32, пиздец неуловимый, Джо. Да вылез он, эти его. Да вот уже еду, блять, он вон очкует. Вот это я бы сейчас испугался, как ты сделал, когда на тебя сотка дуба разворачивает. Честно, мне свезло, потому что весь дамаг принял тебя как второй, блядь. Я думал, что все, мне кобздец. Я бы там задумил бы, замыкался.
хитро сделал, хитрый жук, а. Нет, оно так получилось, оно мне просто 62-ка подфартило, что закрыло от меня весь дикий дамаг. Кто-то сейчас прислал. Я к Пантера вторая. Да, 500, она мне, у меня стоял этот мод, он показал мне, что 500 хп сняла. Убил меня. Диско убил. Саня, конечно, стоит возвращаться. Стрелять. Чё? У нас как-то жопа сейчас будет. Причем конкретная. Да, ну вообще. Як Пантера меня это стоит, Тартайс пришел. Много ты там еще жим до пушки? 20 тысяч. Да, там видишь, что там из 7. Он какие будем удивлять? Да, вообще нахуй сразу всех. Только вылез, бабах, в ангар. Именно у тех есоток, как удивим сейчас. Да, их мангал будет. База сверху. Ты пишешь, что база сверху? Нет, у меня уже. Я пишу. А мне пишет база сверху. У тебя нет картинки с танками сейчас? Ты список наблюдаешь? Да нет, все у меня нормально. Просто когда карта грузится, мне пишут, с какой мы базы стартуем. Че она пишет? Ты тут правильно сделал, так объехал все по МКАДу, вернулся, зашел зад. Тебя тут никто не ожидал увидеть. Я же думал, что они на захват поедут, поэтому решил перехватить. Они поехали в город додавливать. Ну не все же такие охуенные, как ты. Я тебя спрашиваю, ты список наблюдаешь сначала, что ли? Да. А я сворачиваю его, поэтому. Может, ты пишешь нам, посмотри сейчас. Вот она, гуселя Як ПЗЕ 100. Молодец, моя школа. Долго тренировался. Никак не удавалось мне попадать в эти треки немецко-фашистские. Стоит такой. Даже жалко его. Дамаг проходит, что самое интересное. Ну да, ты каток пробивал. Правда, не сильно. Бля, что-то мы на арте давно не нагибали. Так у тебя почти арта. Пока загружается, лазишь по сайтам с голыми рыбами? Да. Только не рыбами. Рыбаками? Да нечто. Помыться про голод. Чинись, блядь. Если вам от этого легче. Пиздец, вот это сейчас был экшон. Вот эта семерка за мной весь бой гонялась. В общем-то на этом наш веселый нагиб заканчивается. Да, хороший бой был. Ну, надо обязательно показать, как ты кончаешь шахту. Без не, этого ну, нельзя. Как ты сказал? Встань. Экшон. Не, почему ударение сделал так? Так модно. А иногда даже и видел.
покажут в кинотеатре. А что там в кинотеатре? Так вот, я еще задал вопрос. Фу, блин. Игру? Вообще. Я Ягу опустил. Пока, ребят! Да я тут, блин, гонялся от Яги Е100 и Са 7-го. Чё? От Е100. Туда-сюда. О, мастера дали. Блять. Мастер? Да. Нацевали. Фью. Иди за меня, вставай, пустики. Сань, зальёшь репейчик? Ну давай. Разведданные, блять. Чё, я разведчика получу. Вафелька сотая и седьмой, между на прочим. На конфликт. Поглядел одним глазком. На пол шишечки вылез, блядь. Да по-моему, на пол. Эй. Сейчас будет мстить Рун 2.